Ну что ж, спустя долгое время, новая часть проверки мифов в Майнкрафте. Называйте как хотите, мифы, эксперименты. Это не имеет значения, потому что сегодня ваша голова взорвется от Майнкрафта. И да, такое может произойти. Будь к этому готов. Возможно ли упасть с большой высоты на свинье и не разбиться? Назаритовый блок можно взорвать. Граница мира останавливает редстоун сигнал. Эксперименты с жителями. Все, что вы так любите. Ребята, обязательно поставьте свой лайк под этим видео. Ну а также нажми на красную кнопку подписаться, если ты любишь Майнкрафтик. Ах да. Стой, стой, стой. Ты про кое-что забыл. Не понял. Про что? Про первую годовщину Genshin Impact. Да-да, того самого Genshin'а, в который сейчас играют миллионы игроков по всему миру. А по мнению IGN, это настоящий шедевр. Оценочка 9 из 10. Это просто вау. Ох уж этот увлекательный мир приключений. Казалось бы, только вчера учился залезать на горы, планировать с гор, разглядывая пейзажи и, конечно же, сражаться. Ну или экстренно уплывать в закат, если ситуация вышла из-под контроля. Но к чему это я? Ах да, первая годовщина Genshin Impact уже наступила. И подарки ждут тебя. Каждый игрок уже сейчас может получить бесплатно до 10 переплетающихся судеб. Просто за вход в игру. Вместе с различными бесплатными наградами. Ну а еще, как бонус, было запущено уникальное событие, на котором каждый может отправить свои собственные сообщения, посвященные годовщине Genshin Impact. И получить возможность выгравировать пожелания на уникальных блоках большой статуи Paimon. Блоков, кстати, будет целых 50 тысяч. Так что шанс есть у каждого. Но это еще не все. Уже совсем скоро, 3 октября, в игре будет первый, крутейший, бесплатный онлайн-концерт. Не пропустите одно из самых ярких событий в истории Геншина. На нем выступят всемирно известные музыканты со всех уголков планеты. Так чего же ты ждешь? Скачивай игру прямо сейчас по ссылке в описании и забирай бонусы уже сейчас. Ну что ж, первый эксперимент. Пик MLG. Да, этот чувак делает просто гениальные эксперименты, но мне кажется, что половина из них не работает. Так, он скидывает свинью. Так, окей, свинья разбилась. Нет! Ладно. За что он так с свинкой? Окей, он надел на нее седло, разбегается и падает вниз. Если он сейчас засейвится, то это невероятно крутой лайфхак. Что? Что? Стоп, а почему свинья погибла раньше, чем он приземлился? Как это работает? What? И как вы, наверное, заметили, мои дома преображаются. Этот дом сделан в виде подводной короны, подводной башни. И, ребята, эта табличка здесь стоит не зря. Итак, наступаем на эту табличку, телепортируемся, и мы с вами появляемся вот на такой вот платформе. Воу, вы посмотрите, какая здесь высота. Надеюсь, у нас получится выжить на свинье. Самое главное, не забыть выключить креатив, окей? Итак, спавним свинюшку, одеваем на нее седло. Итак, я на свинье, и у меня есть сейчас удочка с морковкой. Давай, свинка, ты меня засейвишь. Раз, два, три, побежали вниз. Я разбился. Что ж, это звучит не очень прибодряюще. Кажется, этот эксперимент не работает. А что, если вначале полетит свинья, а потом я спрыгну в последний момент со свинки? Спавним свинью, одеваем на нее седло. Свинтус, спасай меня! Итак, в последний момент я должен спрыгнуть со свиньи. О! Спрыгиваю! Я выжил! Я выжил! Нужно было спрыгнуть в последний момент! Это рабочий лайфхак! Это лайфхак всех лайфхаков! Вдруг вы будете убегать ночью от зомби? Вы будете сидеть на свинье и прыгать со скалы? Да, это звучит безумно. Мне кажется, вряд ли такое будет, но этот миф проверен, а это означает, что я оставлю ему лайкосик. Электрические рельсы самые быстрые или это миф? Сейчас мы с вами это узнаем. 8 миллионов просмотров! Стоп, 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 стоп! Что? 289 тысяч лайков? Не, ребят, мы с вами должны перегнать по лайкам. Так, окей, он опять машет мне рукой. Ну давай, чем ты меня сейчас удивишь? А, есть редстоун рельсы. Так, и есть обычные рельсы, которые идут за витушками. Строятся они вот таким вот образом. Они не должны соединяться. Да, они не соединяются. А как это будет работать, я не совсем понимаю. Как вагонетка будет перепрыгивать с рельса на рельсу? Так, сейчас он заспавнит вагонетку. Раз, два. Итак, активирует, и смотрите-ка. Вагонетка на электрических рельсах явно занюхнула бебру. Тут по-другому не знаешь. Капец, ее штырит! Все, она доехала до самого конца.
А это электрическое до сих пор едет. Если это действительно работает, то это новый способ быстрого передвижения в шахтах. Итак, наступаем с вами на плиту. И у меня здесь уже построена дорога. Сейчас я возьму две вагонетки, поставлю их вначале. И на счет три я дам старт. Итак, ребята, прямо сейчас напишите в комменты, как вы думаете, работает ли этот миф? Мне кажется, что это вполне может работать. Раз, два, три. Понеслась. Итак, вагонетки стартуют. Оу! Нет, смотрите, она потеряла скорость. Эй! Может быть, она должна как-то забаговать, я не знаю. Или, может быть, добавить одну электрическую рельсу. А, черт, я уже сломал конструкцию. Ёлы-палы. Дубль номер два. Может быть, не получилось с первого раза. Может быть, что-то пошло не по плану. Итак, активируем. И да, они едут абсолютно на равных. Она начинает терять скорость где-то вот здесь. Может быть, это не работает на версии 1.17. Котик залез в вагонетку. Вот ты котик какой, ладно, давай я тебя освобожу. Еще и овца залезла в вагонетку. Весело тебе, да? Весело. Ребят, это миф. Как взорвать незеритовый блок? Я не знаю, какой нормальный человек будет взрывать незеритовый блок, потому что, пожалуй, это самый ценный ресурс в Майнкрафте, но вдруг... Смотрите, написано не кликбейт. Так-то я тебе и поверил, дружище. Окей, посмотрим. Да-да-да, привет, привет, привет и еще раз привет. Так, он ставит незеритовый блок, ставит динамит, ставит рычаг и смотрите, незеритовый блок не подрывается. Надо же. Ну, это неудивительно. Мне кажется, незеритовый блок вообще невозможно никак взорвать. Ух ты, что это за конструкция? Так, куча репитеров, которые подвинут поршень. Я сказал, репитеры подвинут поршень. О май гад, о май гад. Какой стыд, какой стыд. Как я мог такое сказать? Итак, что он сейчас будет делать? Он активировал динамит. Динамит. Динамит взорвался вместе с незеритовым блоком. Но незеритовый блок как-то странно исчез. Он даже не выпал. Он просто сломался. Да это кликбейт, чувак, ты меня кликбейтишь. Смотрите, ролик опубликован 15 сентября. Вероятнее всего, все эти кликбейты он делает на последней версии. Вероятнее всего, у него есть какой-то помощник, который как раз-таки написал команду в этот момент, чтобы удалить блок. Пока непонятно. Я не думал, что мифы будут проверять так интересно, потому что лайфхаки уже потихонечку заканчиваются. Так, ставим с вами TNT вот сюда, потому что здесь есть надпись. И ставим сюда незеритовый блок. Сейчас я поставлю редстоун, и по идее он не взорвется. Смотрите, показываю вам наглядно, как это работает. Бум! С незеритовым блоком абсолютно ничего не произошло. Он целенький, невредимый, ни единой царапинки. По идее, я сейчас должен нажать вот этот рычаг. И динамит взорвет незерит. Не уверен. Ладно, давайте посмотрим. Так. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. О! Это сработало! Такие тайминги! Я думал, что динамит сейчас все здесь разорвет, всю схему. Реально выпал незеритовый блок. Ребята, смотрите, нет ни одной команды в чате. Только мои телепорты с плиты. Мне никто не помогал, я абсолютно один. Я в одиночной игре. Когда поршень двигает незеритовый блок, в этот момент взрывается TNT. Незеритовый блок выпадает. Ребят, если вы этого не знали, ставьте лайк прямо сейчас. Что ж, я в шоке, чуваки. Это реально работает. Просто супер тайминги. Нужно вот прям секунда в секунду сработать. Это рабочий эксперимент. Что я здесь делаю? Я хочу домой. Вы не должны этого видеть. Это были спойлеры к следующим экспериментам. Граница мира останавливает редстоун сигнал. И смотрите, он поставил вопросительный знак. То есть это не 100% работает. Но вдруг, давайте проверим. Посмотрим, что он сделал в этом ролике. Так, собственно, две схемы. Он устанавливает границу мира. Он нажимает рычаг. И... взорвалось. Так, а если сейчас он активирует, то по идее границы мира как-то застопорят сигнал. Ребята, я только что посмотрел ролик до конца, не буду вам показывать, чем он закончился, но вполне вероятно, что вы сейчас удивитесь. Итак, ребята, взрываю первый динамит. Нажимаю на рычаг. И смотрите-ка, динамит зажегся. И да, там что-то подорвалось на границе мира. Мы устроили с вами погром в другой вселенной, другой галактике. Там живут абсолютно другие люди. А вот сейчас, по идее, редстоун сигнал должен застопориться. Или нет? Я это знаю. Раз, два, три. Нажимаю. Нет, он не застопорился! Что за... Да, это не сработало. Все-таки редстоун сигнал ничто и никто не остановит. Даже границы вселенной. Может ли медь окислиться без воздуха? Ребята, мы с вами играем в Майнкрафт. Здесь возможно все. Мне кажется, что это может работать. Привет, я тебя уже тысячный раз вижу, пока выбирали эти лайфхаки. Так, рандом тикспид 0. Ага, он прописывает эту команду. Так, ставит медные блоки, закрывает их стеклом.
И, видимо, сейчас он включит дождик. Нет? А, стать 4000. Рандом тик спид 4000. Итак. Оу. Оу. Ох уж этот Майнкрафт-то, а? Вот со своими багами, фичами, приколами. Итак, ломать стекло. Ударяет молнии. И медь очистилась. О май гад! Incredible! Что ж, мне кажется, что это не работает. Итак, пятый эксперимент. Медь, медь, медь. Ставим с вами лестницу. Закрываем ее стеклом. Вот так вот. Все, по идее, воздуха там нету. Теперь давайте мы здесь сделаем то же самое с другим медным блоком. Резной медный блок. Он выглядит немного покрепче, как-то поинтересней. И мы сейчас с вами врубаем суперскорость. Скорость x2500. Нажимаем. Что сейчас произойдет с этими блоками? Окисляются! Лестница быстрее окислилась. Этот блок еще быстрее, а этот был самый долгий. Ребята, теперь вы знаете, что медный блок самый обычный окисляется намного медленнее. Если вы собираетесь использовать один из этих блоков в своих строениях, то, ребята, используйте лучше просто медный блок. Он выглядит очень даже красиво. Ну вы посмотрите, дом из меди сделать. Ух ты, блин. Ой-ой-ой-ой. Я забыл вырубить скорость. Все нормально. Окей, эксперимент сработал. How to make endless cakes in Minecraft. Как сделать бесконечный торт в Майнкрафте. Ребят, это бесконечный источник пищи. Вам не нужно больше париться по поводу еды, своего скота. Даже не знаю, сработает ли это. Он ставит тортик, кушает его несколько раз. Так, окей, оставляет маленькую половинку и съедает его полностью. Так, берет наковальню, берет инфинити, зачаровальную книжку и бесконечный торт. Неужели это будет сейчас бесконечный торт? Ребята, вам этого лучше не видеть. Эксперимент номер 6. Итак, у нас есть обычный тортик. Мы сейчас его с вами можем скушать, и он расходуется. Он не зачарован. Но сейчас мы с вами откроем сундук, достанем чародейскую книгу, тортик, пузырьки опыта, которые мне не нужны, потому что я в креативе. Открываем с вами наковальню, закидываем туда торт, зачарование на бесконечность. Вот он, магический торт. Торт богов. Еда титанов. А сейчас я поставлю этот волшебный торт. Попытайся догадаться, сработает ли это. Он не восстанавливается. Я ем тортик и все. Ничего не произошло. Мы потратили с вами книжку зачарования зря. Зато можно пожарить этот торт. Надеюсь, этот эксперимент работает. Смотрите. Сейчас будет у нас жареный тортик. О, да. Сейчас выпечем хлеб. Нет, он даже не подгорает. Кстати, мне кажется, что половину тортика можно использовать в каких-нибудь постройках, если вы супер обжора. Делать вот такие вот стенки в доме. Ладно. Чем я вообще занимаюсь? О май гад. Эксперимент не сработал. Это всего лишь миф. Невозможно сделать бесконечный торт в Майнкрафте. Эксперимент номер 7. Он будет немного поинтересней. Будет ли коза атаковать вилджера? За какими блоками вилджер будет чувствовать себя в безопасности? Итак, смотрите. Спавнит жителя. Перед ним стоит паутина. Спавнится коза. И коза атакует жителя. Она прошла через паутину, застряла в блоке, и житель выжил. Ничего себе, она его не скинула. Так, а сквозь цветочки? Да, наверное, вообще изи. Стоп, она его даже не видит. Серьезно, коза не видела его сквозь цветы. О май гад, вот это сейчас мне крашнуло мозг. Если это работает с козой, то, по идее, это должно работать с мобами. Так, хорошо. Что дальше? Спавнит козу, он ее что, вылупляет? Оу, она застряла в снежке. Да, она его не видит, она застряла в блоке. Так, сейчас опять разгонится, нет? Опять застрял в блоке. Тупая коза! Шучу, хорошая козочка. Итак, блок лавы. Но тут, вероятнее всего, сам житель может сгореть. Либо коза сейчас подожгется, нормально так. Нет, тоже не видит жителя. Житель, тебе сегодня повезло. Так, ребята. Ага, люк. Ну, тут вообще изи. Ух, как далеко-то улетел. Так, вагонетка плюс коза. Увидит ли коза сейчас жителя в вагонетке? Мне кажется, что да. О, она его теперь просто будет дамажить. Просто так. О, она его двигает, она его катает, она извиняется. Она не специально, это все ее животные инстинкты. Телепортируемся. О! Нет! Вы этого всего не видели. Это сейчас небольшой фейл. Ну что ж, приступим к экспериментам. А, достаем с вами яйцо призыва козы. И мы должны все с вами делать ровно так же, как и было в ролике. Житель стоит здесь. Не пугайся, с тобой все будет хорошо. По идее, это должно сработать. Так, коза. Нет, ты куда идешь, козе? Ты что, псих? Оп, ладно, тебе конец, чувак. Нет, она его не атакует, потому что он наполовину в блоке находится. Давай, козочка, это ведь всего лишь цветочки. Скинь его вниз, там, если что, вода. Не переживай. О, сейчас она пройдет сквозь кусты. Нет, она не проходит сквозь кусты. Видимо, она видит точно так же, как и я, этот блок. Именно квадрат она видит, куб. Так, теперь за снежком, окей. Сейчас она
затриггериться. Козочка, смотри, какой житель здесь. Эй, повернись. Ты смотришь на облачка, да? Они тебя отвлекают. Она не хочет его атаковать. А если я ее так слегка подкину? О, она его увидела. Но застряла в снегу. Ты боишься высоты, да? Ладно. Коза плюс лава. Спасет ли лава жителя? Да что-то они как-то даже не атакуют, если честно. Люк, я твой отец. Так, вот он житель. Давай, беги на него. Затриггерись. О, затриггерилась. Она просто взяла его... Она его сейчас скинет. Он вообще на воздухе держится. What? Любой блок спасает жителя. Как это работает, пока непонятно. Так, давай, запрыгивай туда. Только не упади. Смотри, какой сочный житель. Давай, давай, атакуй его. Если отойду подальше. Вроде ничего не происходит. А он так затриггерится. То есть через снег она его все равно видит. Она пытается до него допрыгнуть, но не получается. Она застревает в снегу. Чувак улетел. Залипать на кос это весело. Ух ты! Она его только что атаковала, вы видели? Ну а дальше это не работает. Только один житель упал. Смотрите, она застряла в блоке. Она дамажится. Ей холодно. Эксперимент прошел напрасно. Возможно, он работает, а может и нет. Но вы сами все видели. Ничего не произошло. Ролик называется 0 IQ. Это при меня, конечно. Так, что он делает? Озеро с лавой. Он берет динамит, аккуратненько проводит его снизу, ставит песок, видимо, он собирается сделать ловушку. Так, ставит нажимные плиты, берет яйцо лисы, берет яйцо курицы, спавнит лису здесь, спавнит курицу тут. Что произойдет? Сейчас лиса стартанет. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут она перепрыгнула на другой блок и тоже улетела в лаву. А до третьего допрыгнет? Нет. Она просто падает в лаву. Этой лисе очень и очень скучно, это правда. Ух ты, допрыгнула, вы видели? Одна лиса подтолкнула другую. Эксперимент номер 8. Берем с вами динамит, каменную плиту, яйцо призыва лисы. Проводим с вами динамит снизу. Строим с вами вот такую вот ловушку. Раскладываем с вами песок. Устанавливаем нажимные плиты. Наша ловушка готова. Итак, ребята, спавним лису вот здесь. Спавним курицу тут. И она прыгнула сразу на средний. В смысле? Может, ты хотя бы попытаешься пробежать? Оп! Улетела. Куча лис. Сразу спавним. Итак. Будет ли она прыгать сюда? Нет, она не прыгает. О! Что? В смысле? Как динамит сам сломался? Как это произошло? Я что-то не понял. Много лисиц спавним. Оп! Почти допрыгнули. Ой, маленькие лисята, она их скидывает в лаву. Нет. Воу! Допрыгнула! Блин, мне теперь обидно за этих лисят. Я сейчас расплачусь. Нет! У лисицы действительно 0 IQ. Это правда. Эксперимент. Итак, деревянная кирка. Зачаровывается на касание, шелковое касание. Железная кирка зачаровывается на тоже шелковое касание. И по идее сейчас все блоки будут ломаться одинаково. С помощью деревянной кирки и с помощью железной кирки. Так, смотрите. Берет железную кирку и шелковое касание работает. Логично. Берет деревянную, то же самое. Вроде одинаковая скорость, плюс-минус. Так, алмазы. Ломает. Алмаз добылся. Да, вот он. Руда, я вижу. Ломает деревянный. Медленно ломает. Получится ли подобрать у него руду? Итак. Ребята, только что мой мозг взорвался. Я должен вам это показать. Итак, берем с вами деревянную кирку, железную кирку. Берем с вами шелковое касание. Зачаровываем сейчас эти кирочки. И сейчас мы с вами проверим эксперимент на руде. Смотрите-ка. Подхожу сейчас к листве и смотрите. Опа! Листва добылась. Деревянной тоже добылась. Даже немного быстрее, или мне показалось. Теперь шелковое касание на алмазную руду. Ребята, вы сейчас офигеете. Смотрите, руда подобралась. Вот она. Она у меня в инвентаре. Деревянная кирка. Итак, выпадет ли алмаз или не выпадет? Я знаю на это ответ. Раз, два, три... Да, шелковое касание не работает на деревянной кирке, и это логично. Потому что деревянной киркой нельзя сломать алмаз. Ребята, это миф. Генетическая инженерия. Эксперимент номер 10. Ребята, финальный эксперимент. Если у вас голова еще не взорвалась, то приготовьтесь. Итак, это опять этот чел. Смотрите. Он спавнит две свинюшки. Еще две свинюшки. Кормит морковкой. Две свиньи. Кидает зелье скорости на эту свинью. Итак. У них получится какая-нибудь турбо-свинья, да? Вот, смотрите, маленький пик получился. А тут, наверное, ускоренный пик. Нет, кажется, это не сработало. Или сработало. Стоп, неужели сейчас эта свинка справа будет бежать быстрее? Да, она бежит быстрее, смотрите, какая она шустрая. Нифига себе, вы можете заспавнить бафнутую свинью.
Что? Турбосвинья! Ребята, я ждал подобных экспериментов. Сейчас вы будете офигевать. Папа свин, мама свин. Берем морковку, и у них получается маленький свиненок. Опа, вот она, свинина. Так, теперь мы здесь делаем то же самое, но для начала мы кидаем баф на них. Итак, все, у них есть ускорение. Делаем маленькую свинюшку. Итак, ребята, мы сейчас с вами ломаем заборчик. Не паникуйте. Итак, турбосвин, начало. Та-та-та-та-та. Вот свинья слева должна бежать очень быстро. Нет, они бежали на равных, но... Ты издеваешься? Ты меня только что телепортировал. О май гад, он бегает по этим плитам и телепортирует меня, он меня троллит. Итак, еще раз. Вот этот слева турбированный свин. Итак, побежали. Так. Какая свинюшка прибежит первее? Нет, они бегают абсолютно на равных. Какая тут мутация у свиньи? Нет, это не работает. Я думал, у нас сейчас получится супер-мега-турбо-свин. Это миф. Ну что ж, ребята, на этом мой ролик подходит к концу. Огромное вам спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Если он вам понравился, если вам нравится эта рубрика, прямо сейчас поставьте лайки под этим видео. Попросите своих друзей поставить лайки. Мам, пап, бабушек, дедушек, всех-всех-всех. И тогда следующая часть не заставит себя долго ждать. Ну а также увидимся с вами в следующих видео. Адьос!